Всем привет! Передо мной фарка на 24 ватта. 719-24. Довольно-таки тяжелая. Идет на диодах Philips. Вот. Имеет такую конструкцию. Довольно хорошо упаковывается. Кроме плотного картона имеет еще поролоновый контейнер. Довольно-таки крепкий кронштейн. Вот так она фиксируется. Мы сейчас собирать ее не будем. Вот, фарка тяжелая. А мы ее замерим на соответствие отнесения к классу качества. Мы подключаем блок питания с постоянным напряжением на 12,2 вольта. И на амперметре, ну, как она светит. В принципе, она имеет хороший рабочий свет, то есть такой удобный для заднего хода и бокового освещения экспедиционного автомобиля. На амперметре у нас 1,77 ампера. Ватта от 24. 10% отклонения. 10% отклонения, в принципе, как раз это допустимые погрешность для четвертого, для пятого класса фары. Ну, как фара светит ночью, мы увидим дальше. 719-24 фарка на диодах Philips. Так, и у нас, значит, до этой стены 15 метров. Сейчас я чуть в край уйду. Да, то есть, а вот не-не, вот так, вот подержи как до этого. Не, вот на стену свети. Ага. То есть вот формирование луча. И освещает все. Так, а в ту стену по дороге у нас 70 метров до машин. До машин 70. А чуть правее выйди. Да, это довольно-таки широкий луч. То есть очень хороший фарка и для заднего хода, и в принципе, как усиление рабочего света. Вот здесь, видишь, я всю картину заснять не могу. Сейчас отойду чуть. Здесь вот. Не, а на стену. Ага. То есть вот такое покрытие у фары.